появилась идея. Куда же еще можно приспособить коптер? Мы уже старые туристы-то пешком практически не ходим. Ездим на машинах, на лошадях, на оленях. Но для того, чтобы забраться повыше куда-то, или поглубже, или подальше, можно использовать вот этот аппарат. Есть такая мысль полетать в пещере Хаэтэй. И чтобы это подготовиться к этому, решил попробовать в нашей пещере, которая находится на горе Амбонне. Но это скорее не пещера, это грот, может быть, со следами искусственного расширения, там подпорки ставились, еще что-то. Пока ученым не показали, пока не знаем, каково его истинное происхождение. Но вот как получилось обследовать его с беспилотника. Маленький коптер залетел в самую дальнюю точку, практически туда внутрь. Пролетел вдоль стен. По крайней мере, все четко видно, можно поднять повыше, там потолок-то высокий, 3 метра, наверное. Можно заглянуть в каждую расщелину. В общем, интересная, конечно, мысль. Надо будет ее попробовать в большой пещере. Да и вообще, в геологии, для того, чтобы посмотреть на отвесные стенки что-нибудь, геологи же обычно не носят с собой альпинистское снаряжение, а как туда забраться? Вот маленький коптер, он буквально весит там меньше 0,5 килограмма, весь комплект помещается в маленькой сумочке. Продолжение следует, я наснимал там много.